Доброго времени суток, друзья, с вами Аиф. Но это у нас пятница 13, и что-то мне подсказывает, что Джейсон все-таки не мы, да. И нам с вами предстоит убегать. Кто у нас Джейсон? Пока непонятно. Но скорее всего это Кристи, нет? Наверное. Ну, то, что мы живем, это уже очевидно. Нет. Джудж у нас. Джейсон, хорошо. Давайте, у нас сразу есть перк на большую карту, то есть мы сразу видим, где что находится, это идеально, нам ее не придется с вами искать, и нам определенно нужно выжить. Если к нам сейчас, конечно, не тэпнутся и не уберут нас просто на самом начале, пока у нас нет ничего. Тут есть одинокий домик, возможно, нам стоит глянуть его на что-нибудь интересное. Так. А, о, да. Я уж отвык от таких багов пятницы, если честно. Что тут можно сквозь двери ходить? Ой-ой-ой, какая хорошая находочка. Нож мне нравится, нож нам пригодится. Так, можно спрятаться под кровать. Но тут есть Бенц. Молодец. Правда, я не знаю, как ты его взяла, если честно. Это было просто каким-то магическим образом. Так. У нас есть тачка. Что нам нужно? А-а-а, смотрите, есть лодка. Если мы с вами найдем пропеллер, мы сможем починить лодку. Это будет, в принципе, хорошим вариантом. Если мы с вами починим лодку. Меня напрягает, что Джейсона даже близко рядом нет. Это может слишком плохо кончиться для нас с вами. Так. Я так понимаю, Джейсон где-то тут все-таки. Окей. Кто этим тогда сами... На ровном месте пробежали. Сколько нам надо? Еще дофига, да. Лодки надо дергать. Нам нужен пропеллер. Так. У нас есть нож. Нас могут, в принципе, хватать. Там ничего страшного не будет. Теперь главное заправить бенз максимально. И найти пропеллер. О, я вижу хил. Еще один нож и хил. Какой отлично просто, друзья. Так. Ай-яй-яй. Бывает. Отремонтили, нам теперь нужен... Угу. Ну, в тех трипл домах кто-то был, поэтому давайте мы вот этот домик посмотрим. До него должны успеть добежать. Нам нужен пропеллер, позарез. Все остальное у нас есть? Ну, можно что-нибудь в ручки взять. По-моему, там нашли труп. Ага. Я даже догадываюсь, кого. Но здесь никого не было. Угу. Гаечный ключ. Ну, средненькое оружие, но ой-ой-ой. Давайте мы ракетницу сами возьмем. Тут есть винты. Отлично. Так, куда нам? Нам надо налево. Мы просто сейчас с вами, очевидно, сбежим. Ой-ой. Ой-ой. Здравствуйте. Косой.
Да чтоб тебя. Дурак, отстань от меня. Давай, давай, давай. Иди сюда. Что, ты не пойдешь ко мне? You're fucking bad, Jason. Try catch me. Смотрите, какой хитрый просто. Ой-ой, мне жалко эту кроватку. Ой-ой-ой. Да прости, но у меня тут есть нож вообще-то. Если ты не понял. У нас слишком много страха. Оно к нам лезет. Косой. Мне вот интересно, он догадывается, что у нас есть второй нож? Ну, видимо, догадывается. Jason is here. Да, пока нам везет с вами, очевидно. Давай, открывай. Мне нужно хоть что-нибудь взять. Вау. Топор — это хорошая перспектива. Я map, map here. Так. Хил, дайте мне хил. Ага, сейчас. Хил тебе. Так, смотрите, значит, что тут есть? Вон тут еще ящички есть. Нам с вами нужен, не знаю, какой-нибудь еще нож, третий, на всякий случай. Учитывая то, как быстро у нас кончается стамина. Так, труба. Ну, кочерга нам не нужна. Знаете, давайте мы пока посидим, восстановим стаминку. Он даже дверь не закрыл в дом, ты серьезно? Так не делается. Смотрите. Там винт забрали. Винт поменяли на ключ. Поэтому нам с вами надо бы выбираться отсюда. Возможно, там... Я не хотел закрывать окно, я хотел всего лишь вылезти. Ладно. Я вижу ключики. Что у машины вообще? У машины еще аккумулятор нужен. Ну давайте ключ заберем. Плохой Джейсон. Ёлки-палки, Джейсон, ты тут что забыл? Don't fucking touch me.
Лодку отремонтировали. Паразит. Нам все, нам конец. Да. Ну ладно, люди хотя бы на лодке уедут. Так, друзья. Мы с вами продолжаем. Это у нас Higgins Heaven. И что-то мне подсказывает, что опять не я, Джейсон. Поэтому, скорее всего, нам с вами убегать. И да, Джейсон опять не я. Окей. Это хороший топор. Кто у нас стал Джейсоном? Мне даже интересно, от кого нам придется убегать. The Vice Crazy. Отлично. Я понятия не имею, почему у нас выбрался этот чел. Если честно. Окей. Что-то, по-моему, пошло не так, как должно было быть. Ну, смотрите. Ларис... А, понял. Ларис у нас 1892. Это челик 143 уровня. Я так случайно на паузе чекнул профиль. Я не знаю, типа, такие люди есть. Все остальные в основном 2-3 уровня, так как у нас пятница сейчас. В Стиме по скидке стоит что-то около 2 долларов. И это клево по сравнению с ее предыдущей ценой. Поэтому у кого ее нет, присмотритесь к ней. Это сейчас там 80% скидка, по-моему, на нее. Так, все, у нас есть мапа. Это залог успеха. В скобочках нет. Вот кочерга уже получишь. Так. Вообще давайте прикинем, где что есть тут. А, мы вдали от всего просто. Близко у нас тут нет ничего. Вау. Вот эта штука мне нравится, друзья. С такой штуки можно разок пальнуть и все. И Джейсона не станет. Так. Кастрюли, сковородки, это все очень бесполезно, когда есть дробовик. О, а вот хилспрей это то, что надо. Так, дверь открыть можно? Спасибо. Ту-ру-ту-ту, здесь ничего у нас нет с вами. Ладно. Нам нужен нож, по-хорошему. По-хорошему нам с вами нужен ножик. Ну так, на всякий случай. Если нас вдруг поймают резко. Красота. Просто отлично, друзья. У нас есть нож, есть дробовичок. У нас тут еще... А, все, это крайняя комната. Окей. Ну, смотрите, у нас здесь на втором этаже есть пропеллер. А, твою-то ж мать! Чем мы паримся? У нас здесь лодка прям под боком. Я что-то этот момент пропустил, друзья, просто. Что у нас здесь под боком лодка есть. Так, теперь бы еще вспомнить, где этот пропеллер лежал. По-моему, где-то тут он был. Кто-то из этих комнат. Мы там дробовик брали вроде бы. В той комнате, не? Так, ну тут нас не было. Не было. Здесь его тоже не было. Да, по-моему, он был в той комнате, где мы брали дробовик. Ну, дробовик мы брали тут. Ну, я отчетливо видел, что здесь был пропеллер. Ну, здесь мы... Ничего. О! Ха! Друзья, это самая быстрая победа просто. We're so close to actually survive. Да, действительно. А, ну да, Джейсон у нас, походу, вылетел. Ну что ж, друзья, я думаю, на этой ноте мы с вами и закончим. Если вам понравилось это видео и нравится эта игра, то не забудьте оценить его своим пальчиком вверх. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Ну а с вами был Аив. Всего хорошего.